Всем привет, друзья! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Инна. Мы с вами находимся в моем хозяйстве. Это Тамбовская область, Мордова. Рада всем. Вот видите, мой баран умудряется покрыть ярочку даже на цепи. Нет никаких у него преград и проблем. Только что звонил человек с Авито. Ветврач, оказывается, познакомились. Заказал двух ярочек третьего поколения и баранчика. Вот такие дела. Я говорю, все, что сейчас на данный момент у меня есть в хозяйстве, все заказано. Он расстроился, как быть. Я говорю, а кот только начался. Варианты у меня есть. Все сделаем. Потому что Елене я тоже буду привозить баранчика с другого хозяйства. Пока я думаю, с какого. Поэтому также и с человеком также. Потому что своих баранчиков я не могу продавать. Ярочек с одного хозяйства, это понятное дело. Я честный фермер, свое имя я делаю честно. И тем более, кот только начался, поэтому свободно пока баранчики. Он хочет именно третьего поколения и выше. Третьего устраивает и по цене, как бы и по качеству. Вот так вот. Так, кто мне там что-то ломает? Сейчас я еще добавлю вот. Пришла снять видео просто для канала, так как надо. Сейчас соль покажу какую. У нас сегодня в группе был разговор как раз насчет соли. Купила вот три вида соли, видите. Они кушают, какую им нравится, какая им нужна для организма больше всего, чего нехватка. Вижу, вот эту больше всего едят. Вот так. Мои сладенькие. Давай, Тёмки, мне. Маруська, дай мне его, пожалуйста. А я тебя целовать хочу. Да, мой хороший. Сейчас здесь кормушечку тоже набью. Все будет у нас прекрасно. Хоть снег остановился. В общем, приехал врач домой. Они мне говорят, что на дом врач не едет. Но я человек такой добивающийся, что мне нужно. Кипишной, как говорится. Приехал врач. Фельдшер и этот, антибиотики назначили ребенку, блин, быстро попросила, привезли из города, сейчас вот выпили. Ой, не болейте, друзья, не болейте. Всем желаю здоровья. Этот прям целоваться хочет, сейчас выключу и будем целоваться.